Всем привет, дорогие друзья, с вами Стэк. Сегодня мы начинаем прохождение игрушки «Губка Боб. Большое приключение». Собственно, почему я взялся за эту игру? Недавно вышел фильм «Губка Боб в 3D», я на него еще не ходил, но прям как-то мне это подтолкнуло, что ли, поиграть в эту игрушку, прям захотелось. Ностальгия даже не какая-то получается, потому что раньше давно ее проходил очень. И захотелось снова в нее поиграть, потому что игрушка реально очень интересная. Также, кроме этой игры, интересно еще SpongeBob The Movie, то есть по фильму, и SpongeBob Камера, Мотор, Штаны, что-то типа того. Вот это три самых классных игры с сюжетом, которые мне из серии Губка Боб нравятся. Кстати, есть у меня такие догадки, что по фильму Губка Боб 3D сделают отличную, классную, качественную игру, но это вряд ли. Ну ладно, было бы интересно, я бы вообще поиграл, было бы классно. Так, что это? Лодка клиентов? Тут охарить можно? Ну ладно, давайте посмотрим, что у нас тут первым делом. Опорный балк. Это для помощи. Это для помощи. Да? Да. Вот ага. Это да. О. За этим стоит проследить. Да-да-да, это было классно. Так, что там дальше делать-то надо? Тарелочку взять. Ее нужно вымыть перед тем, как давать кому-либо. Да, это ты хорошо сказал. Так, давайте подойдем к этому чуваку, что он такой сидит тут грустный. Привет, новый клиент. Что нужно сделать, чтобы меня здесь обслужили? Ой, что-то у меня не вмещается игра. Ой, ну ладно, думаю, нормально будет, все видно. Простите, сэр, какая проблема с вашим заказом? Простите, сэр, а что, какая-то... Вот мы увидимся. Ко мне еще даже не подошли. Что за задержка? Мне очень жаль, сэр. А что вы заказывали? Я заказал бутерброд. Я ужасно голоден. Сейчас я принесу вам ваш заказ, мистер. Окей, так. Ну все, ну... пойдемте. Скорее. Когда будут диалоги, я не буду их читать, потому что они озвученные. Сами послушайте, вот так вот будет все, думаю, интересненько. Так, бочка. Ладно, это нам не интересно, что-то у нас есть. Привет, Сквидвард. Привет, осьминог, приятель. Что ты хочешь, Губка Боб? Ой, какая озвучка. Я выбрали работником года, и мистер Крабс дал мне билет в рай Нептуна, как вознаграждение. Что ты об этом думаешь? Губка Боб, я думал, что ты наконец добился своего. Эй, осьминог, там сидит очень голодный клиент. Ты ничего не должен для него сделать? Меня это не интересует. Но я должен попасть в рай Нептуна. Ты не мог бы позаботиться о том клиенте ради меня? Слушай, Губка Боб, я очень занят. Не приставай ко мне, если в этом нет надобности. О, неблагодарное существо. Да, вообще такая подлец этот Сквидвард. Ладно, подойдем сюда. Возьмем этот сырчик. Так, все, тут больше ничего нельзя взять, да? Лук. Фу! Да-да-да. Такая же реакция у меня на лук. Лук это вообще такая злая штука. Я даже салат с луком половину не ем. Реально. Так, дверь закрыта. Пойдем сюда. Кухонька. Так, что у нас здесь интересно? Опа! Бутерброд взяли. Так, что нам еще нужно сделать тут? Вот сюда. Я помню то, что в начале игры нужно было вымыть посуду. Опа, давай мой. Бум-бум-бум-бум-бум. Так, молодец. Ой, какой танец у тебя красивенький, шикарный. Как тут все странно. Ладно, ведро нам не нужно. Имя, наверное. Само за себя. Так, ну ладно, пойдемте дальше, вот сюда вот. Пойдем к плите. Ой. Ой, как прикольно, ладно. Открыть шкаф, что там в шкафу у нас интересненького? Я сделал этот бутерброд пару недель назад. Он был чудесный. Запасные. Это моя. Пошел нафиг. Так, что нам нужно сделать? Сейчас, стойте. Нам нужно приготовить крабзургер, да? Я не хочу этого. Да. Бутерброд. Я не думаю, что это... Ладно, это плохая идея, да, на самом деле. Так, все, погнали, отдадим нашему клиенту наш крабзургер, и он будет доволен. Так, чувак, бутерброд? Вот, держи. Держи! Вот ваш вкусный и неполезный бутерброд. Бутерброд. Да! Ну и как? В центре города есть автобусная остановка, с
которой каждый день отправляются автобусы к краю Нептуна. Да, понятно. Отлично. Так, нам дали подзорную трубу. Подзорная труба. Она выводит нас на карту. Так, мы сейчас здесь были в Красной Крабсе. Нам нужен центр города. Ну и погнали, давайте. Значит, это и есть центр города Лагуна Бикини? Да. Вот так вот все выглядит на самом деле. Так, я немножко приболел, так что иногда, возможно, буду кашлять, но ничего страшного. Так, открываем где-то дверь. Что у нас здесь интересного может быть? О-о-о! Так, он умеет бегать, это круто. Он типа развлекается так, да? Вот это да! Вот это да! Вот это! Так, Патрик, привет! Эй, Патрик! Где ты взял этот классный фотоаппарат? Украл. Я занял первое место в конкурсе «Житель лагуны Бикини». И это мой приз. Ты выиграл конкурс «Бикини»? Ну, я был единственным парнем из тех участников. У тебя случайно нет жетонов на автобус? Эй, Патрик. Нет, Губка Боб. У меня нет одного. Нет ни одного. Не переживай, Патрик. Я как-нибудь найду парочку. Найду парочку, да, ты найдешь. Буду ждать тебя здесь. Да, хорошо. Хорошо. Так, чтобы как-то что-то быстро идти, я буду как-то пытаться что-то читать сам. Быстрее диалога. Найти пару жетонов. Так, ну все, я вернусь, Патрик. Я буду здесь. Все, погнали. Так, пойдем дальше. Так, там назад, в центр города. И перейти дорогу в другую сторону. Вот, нам вот сюда. Так, коралл. Так, ну нам... В принципе, по логике, надо сюда зайти и посмотреть, что там у нас будет. А здесь у нас что интересно. Клиент говорит, привет. Привет, что вы хотели? Прекрасные драгоценности. Да. Действительно, у них здесь очень много красивых вещей. Кстати, я Губка Боб. А как вас зовут? Прекрасные драгоценности. Понятно. Вы, кажется, заняты. Оставляю вас наедине с вашими впечатлениями. Прекрасные драгоценности. Так, она помешана, я так понял, да? Ну ладно. Пройдемте дальше. Так, что здесь у нас интересненького? Золотые яйца. Это на яйца Фаберже похоже. Он не может быть брошен кем-то. Это привет! Касс. Классно у вас тут? Ты так думаешь? Да! Да! Тут действительно класс! Ты не шутишь? Нет, не шучу! Мне тут нравится! О, очень приятно слышать! Спасибо! За это я дам тебе эту видеокассету! Это бесплатно! Ты сделал мне приятный комплимент! Я безгранично тебе благодарен! Спасибо, спасибо, спасибо! Хорошо, дареному коню в зубы не смотрят. Я всегда так говорил. Кассета! Так, и что нам с ней делать? Кассета. Так. Губке Бобу нужен жетон на автобус. Может, его друг Патрик поможет ему? Как он мне поможет? Я у него уже спрашивал все. Да, это... Ладно, мы взяли кассету. И ладно, погнали отсюда. Так, а может быть, все-таки с Патриком нужно было еще поговорить? Может, он настолько тупой, что нужно было со второго раза спросить? Да. Вот, давай, пройди сюда, чувак. Снова привет! О, привет! Классная эй, кепка! Да, это новейший стиль! Я в растерянности, Патрик! Просто купи их! Патрик, ты же знаешь, что у нас совсем нет денег! О, ну тогда пойди и найди какое-нибудь зарытое сокровище! Зарытое сокровище? Как мне его найти? Я слышал, что летучий голландец зарыл свое сокровище где-то возле салона загара. Поговори там с кем-нибудь. Звучит заманчиво. Я вернусь, да. Патрик. Я буду... Так, я даже не ждал, что так все развернется. Ну ладно, погнали. Нам нужно на пляж, да? Ну погнали на пляж. Салон загара. Нет, ничего лучше, чем быть на берегу океана... Так, вон там чувак краб. Краб, или это не краб? Ну, похоже на краба, качается там чувак. Ой, молодец. Ты что творишь-то? Нужно мяч к ворот забить. Стой, это мини-игра для самых крутых парней. Стой, я самый крутой парень ведь, да? Куда ж ты идешь-то? Блин. Вот. Что это было? Вы это видели? Вот это лагануло. Ладно, погнали. Нам вот сюда. Ой. Понятно. На парковку. Пляж качков. Нам туда. Беги быстрей. Беги быстрей, мой друг.
Я покажу, как это делается. Так, посмотрите на него. Посмотрите мне на него. Мне нравится. С ними я себя чувствую в безопасности. Да! Классно быть полевым. Да! Так, Ларри, говори с Ларри, давай. Привет, Ларри. Привет, Губка Боб. Что ты делаешь? Я работаю над пиццами. Да, я вижу. Ларри, скажи, это твои ведро лопатка Ларри, там? Скажи. Да, это мои пляжные принадлежности. Можно на время их взять? Нет, я люблю это ведерко и эту лопатку. Они помогают мне сосредоточиться на упражнениях. О, как все, а? Глянь-ка туда, какая девушка! И она смотрит на тебя. О, хорошо, что я не оставил свою... Так, эй, Ларри, что мне сделать, чтобы дать большим сильным, эй, как Ларри! Ты? Ларри! Что мне сделать, чтобы... Ну, Губка Боб, это не так просто. Во-первых, ты должен вставать в 3 часа утра и делать пробежку в 3 мили. О, как? Во-вторых, тебе придется делать 5 комплексов упражнений на все группы мышц. Это пустяки. Да. В-третьих, тебе придется перестать есть эти жирные бутерброды. Что? Это ужасно. Видишь, здесь нужна дисциплина. Никаких так. бутербродов, да? А тебе ничего не хочется съесть? Единственное, что мне всегда хочется, это бабушкин пирог. Если бы съесть хоть один. Ну, я пойду. Удачных тебе упражнений. Пока, Губка Боб. Если захочешь, приходи. Так, то есть он хочет пирог, да? Привет! Так, ладно. Ладно, не будем задерживаться, сразу пойдем на новую локацию. Нам нужен бабушкин пирог, я так понял, да? Так, это дом нашей бабушки, что ли, да? Ну, давайте пройдем. Бабуля, тем временем. Это где у нас? Это мистер Крабс. Он идет в местный супермаркет, чтобы подзаработать немного денег на распродаже. Он такой смешной. Он меня так развеселил. Извиняюсь. Так, тут у нас костерчик, вазочка красивенькая. Ой-ой-ой, как громко посмотрите качается. На это кресло. Оно качается. Оно качается? Это же кресло-качалка. Как логично. Ой, как это надулось-то, бабушка. С тобой все в порядке? Лепни. Привет, бабуль. Привет, Патрик? Нет, это я, Губка Боб. Так. И стал работником года. Милый Патрик, я знала, что ты станешь... Я не Патрик. Как прошел день, бабушка? Мне так приятно, на любимый видим... Патрик ко мне заглянул. Бабушка, я не Патрик. Бабушка, что ты печешь, бабушка? Это твой любимый пирог с крабовыми. С крабовыми чипсами, ничего себе. Я могу сбегать в магазин и принести тебе немного чипсов. Не переживай, малыш. Я просто вставлю их в пирог позже. Нет, мне это... Ну, если ну, ладно, обязательно... Так. Мне нужно... Так, все, давайте пропустим. Суть такая, нам нужно сейчас идти в магазин и набрать чипсов, чтобы она сделала пирог. Потом пирог отнести этому чуваку, чтобы он дал нам ведерко. Мы выкопали ведерком себе клад. И после этого на этот клад мы купили себе жетонов и поехали на рай Нептуна. Вот такая вот запутанная сложная история у нас получается. Ну, интересненько, интересненько, погнали. Так, ладно, нам нужны чипсы. Ой, что такое голый здесь? Что с тобой такое-то? Мистер Крабс! Это! Деньги, деньги! Ой, что это? Кухонное масло? Так, ладно, погнали в отдел чипсы. Я не могу взять это! У меня нет денег! А, я понял, что нам сделать нужно. Деньги. Привет, мистер. Привет. Одеждой. Я продал ее. Кое-кто предложил мне хорош. Но... Вы деньги, голый. Деньги. Маяч. Что это значит? Я пытаюсь заработать несколько долларов распродажей старых вещей. Я должен уладить несколько дел до этого. Поэтому могу попасть туда позже. Не страшно, если я завтра немного опоздаю на работу. Нет, простите, мистер Крабс, я буду на работе вовремя, не волнуйтесь. Хорошо, а теперь... Беги. Конечно. Деньги. Я не хочу этого делать. Не хочешь он это делать? Да чё себе такой дерзкий, а? Ладно, привет. Евгений. Привет. Добро пожаловать.
У вас есть крабовые чипсы? У вас есть крабовые чипсы? Крабовые чипсы? Конечно же, да. Да. Почем они у вас? Не знаю, а что? Ну, в общем, у меня нет денег. Правда? Ни за что не догадался бы. Значит, никаких крабовых чипсов. Но они мне действительно... Ой, что-то я там нажал, блин, запутался немножко, ладно. Слушай, если ты вымоешь мою машину, я заплачу за... О, ну окей, это будет честно. Все, я понял, что нам сделать. Пройдемте. Где его машина? Ой, это что это? Нихера себе, он что, в рот негру залетел и приблевался, что ли? Я не понимаю. А, кто, ладно, интересненько, в принципе. Мы же губка, мы должны мыть все это, все грязное. Мы же губка, да. Логично. Логика — это моя вторая я. Какая классная вещь! Да. А на самом деле тачка у него красивая, если на нее не блевать. Так, ну погнали дальше. Так, все, я помыл вашу машину. Все готово. Так, все, эти чипсы ты бери, да? Ну ладно, попробуем взять. А, да, все, отлично. Нам дали чипсы. Так, стой, нам нужно теперь сюда. Мы взяли чипсы. Нужно теперь отдать их бабушке, да? Где она? Там пирог уже готов, да? Так, и теперь нужно совместить пирог с чипсами. Во, великолепно. Так, идем теперь, отдаем пирог нашему другу Качку. Так, все. Так, теперь направо. Пляж Качков. Пляж Качков. Так, чувак. Смотри, Ларри, это пирог с разными чипсами. Я не могу его съесть. Я на диете. Ай, мой тренер мне голову снесет. Нет, что вкуснее этого пирога? Я не могу это съесть. Ладно, уговорил. Глянь, что ты... Что он... Я забыл прочитать. Ладно, он ушел, это все хорошо. Так, берем его ведерко. Все. Главное теперь убежать, чтобы он нас не избил. Ну, это не будет, конечно, но просто вдруг еще. Мало что может быть. Так, теперь проходим сюда. Живые лучи, салон загара. Привет, женщина. Привет, леди. Оу. Привет. Почему вы стоите в тени? Ну, у меня очень чувствительная и нежная кожа. Ладно, я пойду. Пошла ты какая-то строка, какая-то она странная все-таки. Эй. Во, у этого мужик мне... Иди своей дорогой, парень. Не... А, у нас есть кассета. Он, наверное, слушает медленный джаз. Привет. И тебе привет. Такой крем от загара. Стимулировать загар? А почему бы тебе не намазаться кухонным маслом? Эй, это клад? Договорились. Ты так... Не. О, так, стой, 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 как мне уйти от него? Ну, ладно. Спасибо. Кухонное масло. Одна бутылка. А... Ну... Да, конечно, малыш, бери. Рыба, которая... О, все, отлично. Мы забрали масло. Только зачем оно нам... Ой, крем для загара, точнее. Так, может, его той бабе отдать? Баба? Держитель! О, огромное спасибо! Ну, спасибо, малыш! Вообще-то я хотел взять ваш зонт. Ха-ха-ха! Ты рассмешил меня, малыш! Ладно, спасибо! О, у нас зонтик есть. Только я не знаю, зачем он нам нужен. Так, ты кто такой? Я же только сказал привет. Но все равно я занят. Хорошо. Не мешай мне. И пошел в жопу. Так, зачем нам зонт? Вот я не знаю. Зачем мне класть это туда? Так, ну ладно, давайте. Посмотрим, что он там будет делать, копать. Так зачем нам зонт, я не понимаю. Вау, я нашел его. Сундук с сокровищами полный. Автобусных жетонов. Ну ладно, может пригодится. Я уже взял же... Я уже... Так, а зонт там зачем? Ну ладно, погнали. Так, может ему зонтика дать? Зачем мне класть это туда? Не знаю, просто так.
Погнали отсюда. Все, валим. Ой, нам куда? Нам теперь вот сюда нужно. Беги, беги, чувак. Так, Патрику не нужен зонтик. А я могу это съесть? Если я... Если нет, значит, нам не нужно. Логика, Патрик. Ой, ты куда пошел? А, он фотографирует. Ну ладно, друзья, давайте на этом остановимся, потому что прям сразу сейчас один жетон и поедем, наверное, куда-то. В этой серии мы, в принципе, прошли эту локацию, нашли себе жетонов. И в следующей серии отправимся на этот, как его там, рай, пентагон какой-то. не помню название. Какую-то херню сейчас снес. Так что на этом прощаюсь, не забудьте его поставить лайк, если вам понравилось это видео. С вами был Стэк, всем удачи, всем пока и ждите новых серий.